После Нового года мне позвонил Алексей Николаевич Зинин. Мне предложил поехать в Армению, в футбольный клуб «Новая». Ну, я сразу не дал ответа, ничего, я пару дней подумал. Ну, я, в принципе, сказал, чтобы, если ехать в Армению, самое главное, чтобы был интерес не от человечка, который комплектует команды, а чтобы сам тренер хотел меня видеть в этом клубе. Ну, и мне сказали, что и тренер тоже заинтересован. Ну, я согласился уже, и мы уже начали приступать к условиям, какие условия по контракту, и уже все решили. И день-два, и уже оказался в Армении. Тренер был знаком моей игрой, и я помню, когда он еще был тренером в «Спартаке-2», против них играли, и структуру моей игры он понимает. Вспомнить не могу, играл, не играл, но сборы в Турции были. Может, с какой-нибудь командой играли, но как чемпионат Армении я еще представить не могу. Смотрел некоторые матчи, потому что в этой команде есть, с кем я играл, и с Коваленко, с Азаровым. Я смотрел финал Кубка, и вроде чемпионат неплохой. Надеюсь, то, что впишусь в этот чемпионат. По игре пока ничего сказать не могу. Сборы проводим и перестраиваюсь, так как тренер скажет, по структуре в атакующий футбол играем, из обороны в атаку выходим. Ну, я как футболист, мне это не сложно. Как тренер объясняет, все правильно, грамотно. И надо, в принципе, все выполнять, как тренер скажет. Для тренера самое главное, если он рассматривает футболиста, чтобы нового футболиста в команду брать, чтобы этот футболист не на одной позиции играл, а на многих позициях, чтобы он мог и в обороне играть, и в атаке, еще где-нибудь в центре. Универсальный. Да, как универсальный футболист. И я как футболист, я люблю больше атаковать, забивать. Ну и последние два года вот меня и в других клубах тоже рассматривали как защитника. Ну так, в принципе, как защитник, он тоже по бровке бегает и подключается. Но это больше работа выносливости. И главный тренер решил посмотреть в этих трех играх, посмотреть, на какой позиции мне комфортнее, и для него, чтобы он сделал выводы. Выносливый. Больше бью по воротам. Люблю побороться, потолкаться. Борьбу выигрываю. Верховую. Верховую борьбу. Ну так, плюс-минус, это как тренер уже увидит. После отпуска, когда футболист выходит, нужно хотя бы там 2-3 сбора проводить. Это в России постоянно то, что много времени для сборов есть. А тут приехал в Армению, 2 недели провели сборы. Здесь уже как ключевой сбор называется, уже подготовка идет к чемпионату. И еще время есть подготовиться. И как по себе я думаю, что я пока на 90-95% готов. И вот те проценты, которые еще можно поднять, и я думаю, еще вот за этот промежуток времени еще можно набрать форму. Я для себя постоянно перед сезоном делаю планку, чтобы забить хотя бы минимум 10. Потому что если ты играешь в атаке, ты команды за счет чего выигрывают? За счет того, чтобы голы были. И вот и я вот постоянно, когда в какой-нибудь клуб перехожу, я ставлю планку 10 мячей забить. В принципе, когда я сюда переходил, я еще узнавал, какие задачи ставит клуб. Ну, мне уже говорили, что самый высокий, который есть, и чемпионат можно выиграть, и кубок. И вот за эти сборы я посмотрел, и играли с командами Армении. Я думаю, и сама команда, в которой футбольный клуб «Нуа», есть очень хорошие футболисты, которые с этими футболистами можно спокойно завоевать первое место.